Мы плачем, приходя на свет, а все дальнейшее подтверждает, что плакали мы не напрасно. Франсуаза Саган. 21 июня родилась Франсуаза Саган. Помните ее романы «Здравствуй, грусть», «Любите ли вы Брамса», «Немного солнца в холодной воде» и другие. Помните, как мы зачитывались ими, как сладко заманивала Франсуаза в свой мир любви, мир, свободный от политики, мнений, борьбы. Она и сама любила такую жизнь, в которой царила свобода нравов, азарт и скорость. В то время поэт Роберт Рождественский написал ей письмо в стихах. Пишу вам по праву ровесника, уважаемая Франсуаза. Возможно, вздохнув невесело, письмо вы поймете не сразу. То, над чем вы горюете, вы знаете лучше всего. Ходят по улицам люди возраста моего. В Лондоне и в Париже замашки у них одни. Свое поколение лишним всерьез называют они. Они вас считают знаменем неверия и порока. Они вас считают снадобьем и даже чуть-чуть пророком. Пророки обычно безжалостны, но я не под Богом рос. Ответьте, пророк, пожалуйста, на очень нестранный вопрос. Кому вы все ж таки лишние? Парни нарочно небрежные, девчонки модно подстриженные, не слишком гордые, грешные. Зачем ваши души выданы в липкие лапы молвы? Кому это все ж таки выгодно, чтоб лишними были вы? Чтоб вы про все забывали, чтоб жизнь вам казалась тесною, чтоб вы вином запевали песню, лишь с виду дерзкую. Мы грустные, мы неуемные, нас понимает любой. Политики не признаем мы, а признаем любовь. Рабы сумасшедшей плоти, мы лишнее поколение, унылое чувство локтя сменили на чувство колена. Мы лишние, 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 лишние ночные денно. Конечно, все это личное, личное ваше дело. Но вот к небрежному парню неумолимо и веско однажды для вящей памяти ляжет на стол повестка. Я лишний, не надо, я лишний, с политикой я не знаком. Но рявкнет фельдфебель рыжий, прямо, бегом, а через пару суток, в очень серьезный день, парню дадут подсумок, в котором 40 смертей, потом поведут, погонят, он будет не лишним в строю, и пуля его уколет в Африке в первом бою. Над высушенной гвоздикой прошебаршит гром, и на песок тихий тихо вытечет кровь, станет сердце неслышным, небо застынет в глазах. Не надо, ведь я же лишний, успеет парень сказать. Но будет грохотом танка в землю вдавлена фраза, и все оборвется. Так-то, уважаемый Франсуаз. А где-то в своем Париже, которого не повторить, станет девчонка стриженная лишние слезы лить. Лишними станут подруги, лишним покажется март, лишними станут руки, привыкшие обнимать. Будет войной зачеркнут ее молчаливый Жан. Мне жалко эту девчонку, мне этого парня жаль, небрежного, лишнего парня, которому нравится бокс, который в своей компании, по общему мнению, бог. Он говорит медлительно, он знает новинки джаза, он очень не любит политики, он верит вам, Франсуаза. Как актуальны сейчас его слова. Невозможно оставаться равнодушным к событиям. Но и забыть романы известной француженки тоже невозможно, ведь любовь для женщины и есть жизнь.
С днем рождения, Франсуаза Саган!